Хочу рассказать короткую историю. Однажды красивая девушка шла по улице. И она заметила, что какой-то парень, увидев ее, начал следить за ней, то есть ходить за ней. После того, как эта девушка увидела, что парень не отстает, повернулась к этому парню, сказала: «Что ты хочешь от меня? Почему ты идешь за мной?» Парень сказал, что: «Я хочу жениться на тебе». Девушка сказала: «Почему ты хочешь жениться на мне?» Тогда парень сказал: «Потому что я ранее не видел красивее, чем ты, очень впечатлился твоей красотой, и я решил, правдиво, жениться на тебе». Тогда девушка засмеялась и сказала: «Интересно, что бы ты сделал, если бы ты увидел мою сестру? Потому что она гораздо красивее, чем я». И говорит: «Вот как раз она идет». Сразу же указала, и парень повернулся в ту сторону, куда девушка показала пальцем. Когда он повернулся туда, девушка сразу же сказала: «Ляу садакта мальтафатта». Если же ты был бы правдив, ты бы не повернулся. Однажды спросили одного мудреца, что такое правдивость. И этот мудрец сказал: «Поистине правдивость – это когда человек решает какое-то решение, он не оборачивается по сторонам. Если ты решил, ты идешь именно за этим своим решением, а не меняешь свое решение после того, как ты находишь что-то лучшее».